Да, друзья, то, что вы слышите, это... Да, это некоторое, так сказать, торжество, посвященное празднику Октоберфест. Кричат они по-английски там. Ну, а мы, собственно, хотели сосисок. А теперь я не знаю, как мы их получим. Я не знаю, там вот пиво люди пьют, сосиски, непонятно... Они не любят. Непонятно, сколько их там есть вообще. Смотрите, вот там палатки какие-то доставили, да, или это всегда так? Да. То есть там, видно, много немцев пьют пиво. Там еще ресторан. Мы зашли внутрь, там было классно, но шумно очень, и по времени непонятно, нам надо ехать уже на встречу с нашими зрителями, которая состоится ровно через час. Поэтому нужно быстро покушать, и мы перешли дорогу, и вот тут у нас есть пиццерия небольшая, вот мы туда сейчас... Зайдем, съедим, наверное, на ходу пиццу и пойдем. Надо сказать, что это заведение тоже очень прикольное. Тут вот там бар такой со всеми делами, тут пивко. Что такое, друзья, хорошая пиццерия? Это где пиво разливают прямо со штуцера. Понимаете, вот так раз. Пицца на огне. Или вот так. Или вот там за Светланой, вот так. Вот так. Я заказал Близинского. Посмотрим, что нам принесут. Ну что, друзья, как я вам и сказал, принесли мне вот это пиво, которое должно быть Близинским, по-нашему пилзнер. Так, мы сейчас попросим Сергея подержать камеру. Сергей, значит, держим камеру. Задача такая, чтобы моя голова помещалась целиком. Целиком. Да, вот, да, хорошо. Сергей работает в Washington Post. Washington Post. Так не наклоняемся. Соответственно, это работник, можно сказать, средств массовой информации, он с камерой должен хорошо управлять. Какой кайф, я хочу сказать. Просто кайф. Давно пиво не пил, наверное, целую вечность. Только для вас, друзья. Чтобы дать вам ощущение вот того, как мы тут пиццу употребляем в хорошем месте. Мы на территории вокзала бывшего. Шикарно, просто шикарно. Спасибо. Да. Нам вот тут рассказывают, что это заведение и другие находятся на территории бывшего вокзала, правда? Ну, да, даже здание то же самое. Ты выдавил туда? Так, ну давайте мы посмотрим. Вот это было вокзалом, что ли, когда-то? Да, маленьким вокзальчиком. Маленьким вокзальчиком. Ну, не знаю, что тут от вокзала. А, вот там фотографии есть вокзала бывшего. Ну вот, короче, нормально тут. Нормально, хорошо. В женской компании, веселый. Светлана, друзья, заказала супчик. Бобы с ветчинкой. Ну, попробуем. Я думаю, что он очень вкусный. А ты попробуй. Попробовать. Я поем его сама, не надо меня снимать. Понял. Надо нажать кнопочку, чтобы зеленый был. Да? Есть зеленый? Друзья, мы со Светланой достигли... А зеленый? Красный, да. Все хорошо. Друзья, мы со Светланой достигли компромиссного варианта, что мы хотим, чтобы вы попробовали суп с нами вместе. Поэтому пробовать буду я. Вот берем эти самые фасольки с ветчинкой. Я не могу, друзья, злоупотреблять доверием собственной жены, потому что этот суп, который стоит дорогого, дорогого. Мне тоже захотелось суп сейчас заказать. Этот суп, друзья, будете здесь, обязательно возьмите вот этот суп фасолевый с ветчинкой. Пальцем. Мы, друзья, заказали две пиццы. Ну вот вы видите, так немножко они побольше, чем индивидуальный размер, с тем, чтобы поширить между нами. Вот одна и другая. Это какая? Что там есть? Сереж, что это такое за пицца? Алена заказывала. Алена, что это? Это смоки блу.
называется. Здесь голубой этот блу-чиз находится. Понял. Потом салями, лучок. А вот что это красивое такое нарисовано, я не знаю. Так, понял. А это наша, тут у нас пепперони, meatballs, сыр. И в общем так все как положено. Приступаем к трапезе.